самом деле это предмет даже может быть уголовного расследования. Вот, потому что есть в Уголовном кодексе статьи, которые определяют призывы к изменению границ России как уголовное преступление. Вот, поэтому, если какая-то партия или какие-то кандидаты призывают к перекройке границ России, то это вполне подпадает под статьи Уголовного кодекса. Вот. И не исключаю, что прокуратура этим людьми заинтересуется в ближайшее время, или Следственный комитет. Вот. А во-вторых, подобного рода карты и подобного рода действия, они еще наносят значительный политический ущерб Российской Федерации, потому что способны обострить отношения с нашими ближайшими соседями. У нас и так, значит, отношения до крайности напряженные, скажем, там, с той же Украиной, с той же Грузией. В Казахстане многие напуганы перспективами каких-то территориальных претензий со стороны России. И когда российские политики вот такие карты размещают, это способно еще больше дестабилизировать отношения. Поэтому я считаю, что подобного рода демарши, они, во-первых, вредны для России политически, а во-вторых, возможно, даже уголовно наказуемы.